Давно-давно у Вифлеема ночной холодною порой открылось над равниной небо, открылось небо над землей. Прорезал тьму луч света ясный, и ангел пастухам явился, дан знак с небес, младенец в яслях, спаситель для людей родился. Ночь небывалым чудом дышит, несется ангельское пенье, поет хор неба, слава в вышних, мир на земле, благоволение. И вдруг исчез весь мир нездешний, оставив лишь восторга трепет. С полей шли пастухи поспешно искать спасителя приметы. Им дан был знак такой знакомый, ведь им вступать в дворцы неловко. Младенец, ясли и солома – привычная их обстановка. И, может быть, для них Спаситель в таком убожестве родился, сошел с небес он в их обитель. Другой знак мудрецам явился. Звезда, взошедшая на небе, неудержимо за собою влекла их взор, их мысли, стези, издалека вела их к Богу. У пастухов был путь недолгий, у мудрецов далекий, трудный. Кто ищет, обретает Бога, кто б ни был он, простой или мудрый. И каждому свой знак дается, светило в небе или ясли. Творец повсюду познается, его призыв повсюду ясен. Тот, как мудрец, проникнув в россыпь горящих звезд, больших и малых, нашел одну, что на запросы ума и сердца отвечала. Другому знак помог убогий. Подобно хлеву и соломе, он в трудностях увидел Бога. К нему пришел он через горе. И если б все мы рассказали, какою нас вел Бог тропою, какие знаки мы встречали, весь мир наполнился б хвалою. Но вечный знак для всех единый, спасение, любви и мира мы на холме Голгофы видим. Любовь здесь небо вновь открыла, крест землю с небом соединяет, восток и запад, юг и север. И вновь здесь небо предлагает мир всей земле, благоволение. Тот знак не затуманят годы и не померкнет слава вышних. О, подойдите все народы к кресту Голгофскому поближе. Аминь.